Значит, сегодня мы дробим что? Значит, это образцы с месторождения Петри, которые находятся в Калифорнии. Цель нашего дробления — извлечь сульфиды и, возможно, найти золото. Так, то есть это тонко вкрапленные сульфидные руды, явно окисленные. И, собственно, попробуем посмотреть, что с ними сделать с парк второй. Загружаем образцы в камеру. Масса примерно 500 грамм, то есть полкило. И попробуем это дело раздробить. Закрывает камеру с парка второго, чтобы вот начать. Камеру, проверяем все соединения. Стартуем? Да. Ну что, сколько разрядов сделаем? Я не знаю, как он пойдет. В принципе, достаточно рыхлый. Мне кажется, там разряды за 50 все раздробит. Ну, типа, сделаем 10, посмотрим, или просто сейчас на минус 1 будем делать и все? Там же все мелкое, да? Там же крупного ничего нет. То есть, я думаю, сразу минус 1, 50 разрядов, да и все. Ну, поехали! После 50 разрядов на высокой частоте материал начал дробиться по педре. Сейчас, думаю, мы его весь добьем до минус 1 мм. Типичные кварцульфидные полиметаллические руды. Есть много окисленных образцов. Все измельчим. Попробуем найти золото. И запах такой характерный, сероводородный. То есть, в принципе, неокисленных сульфидов тоже достаточно много наряду с окисленными фазами. Открываем камеру. После успешного доизмельчения мы извлекаем весь материал из камеры дробления. Забираем наш пакет с материалом менее 1 мм. Вот здесь сидит все золото. После электроимпульсной дезинтеграции мы с помощью мокрого ручного рассева получили информацию о гранулометрическом составе полученного материала. На грани фола, но все успешно. Каждый класс крупности обогащался раздельно. Мы залили все полученные концентраты в шашки и уже эти шашки изучали методами оптической и электронной микроскопии. Многочисленные наблюдения сульфидов и их взаимоотношения между собой позволили выявить конкретные закономерности, которые влияют на технологию их обогащения. Эта информация послужила основой для прогнозирования наиболее эффективной схемы обогащения окисленных сульфидных полиметаллических руд. Месторождение Педри.